Часть жилого дома обрушилась в Аральске Кызылординской области. В двухэтажном здании 89-го года постройки из-за изношенности произошло обрушение железобетонных плит технического этажа на плиту потолочного перекрытия первого этажа. Сообщение об этом поступило в дежурную часть пожарного отделения номер 3. Жертв и пострадавших нет. Из 20 квартир на момент обрушения были заняты 15. Некоторых жителей эвакуировали в здание районного молодежного ресурсного центра. Остальные проживают в безопасной части жилого дома. Все обеспечены горячим питанием и медикаментами. На месте происшествия идут работы по очистке завалов. Задействованы 50 человек и 3 единицы техники. По поручению акима района создана специальная комиссия для расследования.